Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Мы продолжаем обучать вас обучать. Следом за iSpring, к сожалению, платным, но весьма удобным редактором онлайн-курсов, мы рассмотрим Stepik. Бесплатный или условно-бесплатный редактор, который поможет вам создать и разместить в сети собственный онлайн-курс. Итак, Stepik — это не просто редактор, это еще и база онлайн-курсов с каталогизацией, рейтингами и так далее. Так что имейте в виду, если чему-то хотите научиться бесплатно, вам сюда. А если чему-то хотите научить бесплатно, то сюда. Он сразу предлагает создать курс, но сначала, наверное, все-таки надо зарегистрироваться. Причем как-то странно, он при регистрации не запрашивает пароль. То есть тут к регистрации относится как-то достаточно спокойно, нужно зайти в настройки и уже самому устанавливать пароль. Это, наверное, какой-то новый этап развития open source. Ну а мы возвращаемся к созданию нового курса и заполняем нехитрые поля. Выбираем, кому виден курс, всем, только мне на время создания, или это приватный курс с доступом по приглашениям. В этом, собственно, условная бесплатность Stepik и заключается. Приватный курс стоит денег от 2900 в месяц, что логично, поскольку приватный курс вы создаете для того, чтобы на нем зарабатывать, а значит, надо делиться. В принципе, 2900 вполне хватит, поскольку количество учеников на этом тарифе не ограничено. Итак, мы создали курс и можем приступать к его наполнению. Можно указать даты начала курса и окончания. Вообще, при том, что платформа эта предельно проста, здесь есть много каких-то нюансов, дополнительных настроек, которые позволяют вам достаточно гибко настраивать курс, поэтому я просто сделаю обзорный скринкаст, чтобы вы поняли принцип, а уже тонкости освоите сами. Тут есть справка, или я, может быть, сделаю еще пару видео по теме уже более детально. Итак, курс состоит из модулей. Чаще всего модуль — это неделя, если вы указываете даты и дедлайны. Модуль, соответственно, состоит из уроков, каких-то тематических блоков. Кстати, не забывайте, сохраняться можно сохранить и выйти или сохранить и продолжить. Так вот, уроки уже состоят из шагов. В одном уроке их может быть не больше 16. И вот, собственно, шаг — это и есть единица информации. Информация может быть либо текстом, либо видео. Естественно, предпочтительно видео, поскольку зачем тогда создавать онлайн-курс? Хотите написать много текста, пишите учебник. Кроме единицы информации, шаг может быть единицей оценки полученных знаний, то есть тестом. Здесь более 20 различных тестов. Поверьте, это покрывает все потребности. Логика составления тестов предельно понятна, задаете условия и варианты решений. Вот такая у нас получается история с шагами, которые всегда можно отредактировать. И не просто отредактировать, а еще и сохранить к себе в разрешении степ и вставить потом в какой-то другой урок. Вообще тут очень широкие возможности по переносу заданий и уроков внутри платформы. Также к уроку можно прикреплять файлы, смотреть отчет по прохождению. Можно предоставлять доступ к уроку и раздавать права. Тут все по-английски почему-то, но при раздаче прав к курсу там все по-русски. Да, вы можете раздавать права как к выборочным урокам, так и ко всему курсу. Тут есть преподаватели, модераторы, те, кто проверяют тесты, ну и, собственно, студенты. Прохождение тестов, естественно, оценивается, причем тут гибкая система настройки оценок. Что касается модулей, они могут быть обычными и экзаменационными, то есть независимо от дедлайнов, прохождение модулей можно ограничить временем. Естественно, студент при прохождении теста может искать ответы в сети, но если у него всего 20 минут на решение, он просто не успеет ничего найти, если не знает. И здесь же вы можете указать, является ли модуль закрытым. То есть, например, студент сможет открыть этот модуль только в случае, если пройдет экзаменационный. Вообще платформа, конечно, интересная, поскольку конечной точкой ее развития служит превращение ее в глобальную базу знаний. Точнее, в базу, раздающую знания, а не стремление заработать очередной миллиард на продаже программного обеспечения. Миллиард, кстати, и не один, они при этом все равно заработают, но потом и на чем-то другом. Все, любите друг друга, учите и учитесь. Я, например, заметил на Stepik онлайн-курс по питону. Надо бы пройти, чего и вам желаю. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. We'll be right back.